Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1320. События дня. 1 Тимофея 1:15. Верно. И всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. 1 Тимофея 4:9. Слово сие верно и всякого принятия достойно. 2 Тимофею 2:15. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины. За 28.07.2019. И объявление. Затормозите и прочитайте. Пишут, заботятся о нас. Еще раз повторю тут на тему «Не переходите из дома в дом, когда где вас приняли». Вот это можно прочитать. Да, отчет за воскресенье 28-го. Как всегда, в то же время встали в 4:40, подготовились, пошли в храм. После храма краткое собрание на улице. Днем сейчас занятия были. А после занятия наши поехали на урывку к Шерстобитову Геннадию Павловичу мед покупать. В соседней деревне продают дешевле, в Корчине. Но мы не берем там, неизвестно, что взять. Мед берем как лекарство. Долго были, приехали. Попутно там наш бульдозер стоит. Мы дали святой водой, чтобы побрызгали. Господь сохранил. Вот такой день прошел. Тут гости приехали. Гостей много было. Хотя не у нас, они у Лёши остановились. Ну, мед этот понесли сразу. Кому купили, как лекарство раздать. Так вот день прошел. Готовимся на понедельник, будет уже 29 июля. Вот показать наши ресурсы. Вот.
увидит нашу страницу в моем мире. Я очень люблю эту систему, мой мир. Вот она как выглядит у нас, эта страница. 22413 фотографий. Все это видно наше. Православный форум большой, 1600 с лишним тем. И канал. Сегодня немножко поставил. А так, что же зато у меня получается-то? Это ни одной не поставил. Сейчас поставим. Вот как ставится, все медленно открывается в деревне. Переходим, ищем. Переходим дальше. Где у нас тут есть? О. Вот так, ограниченные. Ставим открытые. Уже живу не я, а живет во мне Христос. Я не могу тут поставить, оказывается. У меня тут городушка такая стоит. Все на этом. Вот она поставила. Потом перевернула. И вот на этом у нас все.